much tragedy have I found. И то будет дождь, и то будет дождь, и то маргалиту. Здравствуйте. Мы летим сегодня в Грузию. Мы приехали в Тбилиси. Мы здесь будем 2 дня, и потом мы поедем дальше. Да, вот такой вид у нас с балкончика. Когда-то там вот река. Там река. Тут. Мы в старом городе, конечно, находимся. Вот. В скором времени пойдем. Погуляем, посмотрим еще что. Ну, это будет просто эпично. Это будет весело. На самом деле, чтобы вы понимали, то время сейчас... Так, где мой фокус? Время сейчас вот. И это еще час вперед. То есть сейчас 6:30, то есть 6:30 утра сейчас на самом деле. А здесь у нас Анатолий. Ну, вы слышали его вздохи. Он просто устал в дороге. Мы поэтому... только-только прилетели. Что-то ты не это, вообще не по-грузински одет, как-то... Ну, это спортивный холод, стайл. Холод, что ли, или что? Конечно, блин, приехали. Завтра 23 градуса, завтра будет хорошо. А сегодня так, прохладненько немножко. Но ничего, мы все равно гуляем. Сейчас тебя бы заснять, ты в шортах стоишь. Ну вот посмотрите на этого господина. Ну, в шортах. Наполовину летний, наполовину осенний. Не, это просто как бы, ну, от дождя накидка. Вдруг чё? Я такой, хоп, защищенный, короче, и все. Сейчас такси закажем. Кстати, по поводу такси здесь очень прикольно. Ну, Болт работает, во-первых, наш. Во-вторых, это... Цена такси отсюда тупо в город, там, 4 лари. Там, не знаю, евро. Евро 50. Ну, 1.5 евро, в общем, такси стоит. В пределах города. Неплохо. Неплохо. Причем это премиум еще. Сейчас поедем, посмотрим. Как вы думаете, куда мы едем? А мы едем на гору. Поднимаемся все выше и выше. Ну и самое время, чтобы сделать прикольный план. These little black clouds keep walking around with me. Hermes Estonia. With me. It was time and I'd rather be high. Think of what we outside and about Rainbow smile, but they're free. They are free. Мы пришли к памятнику. Это мать Картли. В руке она держит бокал с вином для тех, кто пришел с миром, с дружбой. А в другой руке меч для тех, кто пришел как враг. Мы зашли в очень популярное место под названием Водолагидзе. И здесь, в общем, очень вкусный сироп, который производится с 1887 года. Вот у меня, например, тархун, с тархуна. Очень вкусная. Ну, называют ее еще Лагидзе Water. Вода Лагидзе. Как раз таки. Здесь есть фотографии. Висят за бусы. Можно посмотреть, как выглядело это место 20, 30, 50, 100 лет назад. Вот. И здесь есть и другие вкусы. Виноград, лимон, и кремовый. В общем, очень вкусно. И что по цене? 1 евро. 3 лари. И это очень вкусно, и нигде такое ты не купишь. То есть это, ну, оригинал. Это оригинал. Просто это очень классно. Вам понравится, думаю. Вообще, даже слышали, что классно, веду по жизни за руль. Мы сегодня какой-то там выпили много. А за руль для чего нужно потом? За руль потом нужно, чтобы белое вино пить и чачу пить. Получается, сказано. Так, классно.
Есть ансамбляж. Купаж иногда два готовый на месте добавляет, а ансамбляж иногда два иногда на месте добавляет. Это ученый купаж, это типа... Обалденно, вот это да. Вот это просто как ягоды. Что-то в Толяну, это лицо какое-то недовольное. Что происходит? Что происходит, я не понимаю. Самые шустрые на эстонцы. Самые шустрые. А самые красивые это люди. Я ищу выход из даунтауна. Нас ведет Анатолий. Смотрите, как уверенно идет. Он знает этот я город. Типа на разведке? Он сам не знает, куда идти. А не, мы двигаемся куда-то. Очень опасный район. Деревянки не тронешь. Если тронешь, пиздец зданию будет. О, списка. Так. Я даже не знаю, где учиться. Косики, нахер. Так что, Димас, где мы? Мы находимся где-то на районе. На каком районе? На районе, на Грузинском районе. Здесь мы идем к одной башне. Пара минибас. Ищем ее по карте. Но... Пока даже не знаем, вот смотрите, куда мы идем. Мы вот сюда реально идем? Да, мы сюда реально идем. Где ты? Ну здесь вообще стройка какая-то. Ну, тем и интереснее идти, нифига не знаешь. А, да, мы направо и пойдем, потому что справа находится церковь. И ровно в 12 часов, через 4 минуты, выйдет. Оттуда вылетит птичка. Потому что там есть часы, часовая башня. Катя, я пью, Катя меня должен снять. Сейчас я уже сейчас ты. Сейчас вместо Юраса у нас наш друг. Добро пожаловать в группу. Welcome to Jordi. Добро пожаловать в группу. Кожа и косточка. Вина Мария, можно сказать? Я олемас касаперави. Саперави. Он нагу олемас нахас. Я... Косточки. Косточки, это походу. Скондилес, скондилес. Wine grape sort wine making your buyer cut it early. Это вино, а виноград в нем 60%. 60%. Александровый. Александровый. Это отдельно сорт Александровый. Александровый. Ну что, ребята? О, вот это соус? Да, кремали. Димас. Кремали, да. Ну, это сезон, да, это новое кремали. Мне говорят, что типа эти попки можно, короче, кремали макать и кушать. Да, они это вообще не кушают, потому что это заворот кишок нужно. А, да? Заработать, если много это тесто выжить. Да. А, окей. Когда вот эти кушают, это когда мало хингали, много людей. Чтобы не узнали, кто сколько скушал. По-грузински называется чипи. А если перевести, пупок получается. То есть пупок называется. Нечем смомоло и перестете. А руки хало, суши ще води, а руки селта. Чи то крито, чи то марагалито. Ну что, Толян, в путь отправляйся.
путь на черном, блядь, Лексусе. Лексус. Именно должна быть черная тачка, тогда везде пропускают. Черный большой джип, да, у нас есть. Черный большой джип есть. Чемоданы вместе. Чуть-чуть косяки, конечно, тут есть. Ну, это называется время. Это мелочь. Здесь у нас такая вот шишечка маленькая, блядь. Ага, ага. Но он такой весь подушатанный, короче. Да, зато уставший. Сейчас поедем, посмотрим. Зато внутри просто люкс, кожа, рожа, память, сиденье. Да, подожди, спереди. Вот самый смак это у него спереди. Просто бампер на саморезах, ничего нету. Выглядит он, конечно, не такой уставший. Ладно, короче, давай поконим. Эй, слышь, подойди сюда. Смотри, какой тут. Смотри, как комфортно здесь сидеть. Видишь, водичку поставил, сидишь, себе отдыхаешь. Не за рулем, прав нет. Хорошо все, вообще ништяк. Поехали. Поехали. Like this road, keep your eyes on me. Flexing like exercise on me. All these hoes on the side of me. Pay the toll cause the riding free. Remember you switching sides on me. Now you froze like this ice on me. Thought you would go and... А что тут делаешь? Бабки собираю. А что тут? Вы не оплатили билет. А что ты в горах каких тусуешься? Это достопримечательное место. А где мы? Мы где-то в горах. Не, а куда мы едем вообще? Мы едем в Степанцминду, это на север, это север Грузии, практически на границе с Россией. Вот, и будет там очень красиво. Мы только в начале пути, поэтому нам еще ехать и ехать. И здесь сейчас тепло, по сути, но там будет холодно. Сейчас посмотрим. Там будет снег, можно, в принципе, на лыжах покататься. Сейчас посмотрим. Давай! Можно птицы снимать? Вот мы тут идем, короче, по не знаю куда, наверх куда-то. Так, Толян, подожди, главное не упасть. Итак, не могу залезть. А что у тебя? На эту крепость. А что отдышка? Да устал. Куришь, что ли? Мы находимся где-то в горах. И оператор залез на крепость, короче. И теперь не хочет слезать вниз. Я пытаюсь его достать, но не получается. Мы ей по пути в Степанцминду едем, на самом деле. И вот по пути останавливаемся здесь на разные места. Сейчас, сейчас вот я решил подснять этого батю. Вот батя, в одежде. На улице плюс 27, он в кофте, в штанах. Да у меня в карманах просто вещей дофига. Ага, поэтому... ага, оправдания пошли. Видите, звенят деньги. I don't fall in love all the time. Cause that's the way I lost my mind. I fell in love. Монумент дружбы народов. Вот он прям. Здесь очень красиво. Снег на горах лежит еще. Мая. 84 метра. Сейчас сделаю вот так. Прикольный фото. Поэтому монумент дружбы народов. И вот высота, вот мы тут находимся, да, вот такое местечко офигенное, там вот монумент, вот видите, люди фоткаются вот так, наверху, а мы тут где-то, короче, на каких-то камнях лазим. Вот там внизу валяется куча бутылок пластиковых, короче, да даже вон, если посмотреть на монумент, под монумент, это все пластиковые бутылки, там где снег лежит. Вот такое не будет кайф. Я ездил. А
Здесь мы перекусить в ресторане под названием «Панорама», с крутыми видами позади меня. Вот. И сейчас выпьем немножко венца, покушаем плотно, потому что давно не ели. Ну как, Димас? Вкусно. Очень вкусно. Да? Посмотрите сюда. О. Там получается наверху церковь или храм какой-то, что там? Да, сейчас, где эти? Это Геркесский Троиц. Мы находимся на высоте 2200 над уровнем моря. Арман, здесь находится церковь. Здесь, да, 2200, а вот там наверняка высоко, там где-то, ну я не знаю, 3, 4. Лучше расскажи, сколько фекалий съел. Да мне кислорода не хватает. Сколько фекалий, блядь, съел, кислорода сколько не фекалий хватает. Съел? Я съел много хинкалей. Аж, блядь, вылетаю. Выпил немножко вина. И теперь тяжело подниматься в горы. Я думаю, что надо с утра входить в горы. Ага, с утра в горы, спортсмен. Поэтому даю вам совет, если здесь будете, то после еды не надо сюда ходить. Ты вот там заснял? Вот он, там белый автобус. Нашли. Вон там стоит. Вот это. На нем мы приехали. Водитель сказал, дайте две сигаретки, я подожду полчаса. Одна сигаретка 15 минут. Берут сигаретами, короче. Ребят, капюшоне ни хрена не слышу, все базарит. А, я что хотел сказать. Сюда можно не на машине приехать, можно пешком прийти. Вот, посмотрите, здесь дорожка есть. Вот человек ходит. Вот. Вон, видишь? Вот человек пришел, там, видите, блядь. Дом, где мы живем, вот там. У вас есть всегда... А, да ладно. Да. У вас есть два варианта, или на машине, или вот так вот потом обратно. Да, я хочу так пойти. Я не знаю, будет ли слышно или нет, буду говорить громко, потому что водопад шумит сильно, вода шумит. Вот, мы добрались, это Гвилетти водопад, это большой, их здесь два. Есть большой, есть маленький, как бы, советую, но сходить посмотреть для разнообразия, довольно интересно. Сюда идти где-то там километр было, это примерно заняло минут 40, наверное, 45. Так что учитывайте, только в одну сторону, потом еще обратно. Вы сами видите, какой здесь открывается вид. Это стоит того, чтобы подняться сюда. Поэтому будете здесь, на Казбеге, Степансминдии, обязательно доедьте 7 километров всего. Дорога дальше, дорога нормальная, как бы не особо. Просто там оставляйте внизу машину, если хотите, и двигайтесь сюда наверх. Кайф. Здесь очень хорошая атмосфера. Здесь огромный водопад и прекрасные виды. Я чувствую себя здесь хорошо. And I can put you in.
селе Пасанаури. Здесь хинкали родились. Здесь производили первые хинкали. И поэтому, ну, нам посоветовали это место. Очень вкусные хинкали мы взяли с грибами, с картошкой, с мясом. Какие-то спешл хинкали. Спешл Пасанаури. Вот, с рубленым мясом еще взяли. В общем, сейчас будет большая тарелка хинкали, и мы перекусим вчетвером. Мне кажется, там будет небольшая, там будет несколько больших тарелок. Не, одна большая, я думаю. Ты расскажи, 18 штук должно быть. Но минимум 5 штук нужно заказывать. Нельзя один хинкаль заказать. Скажи, как надо выбирать хинкали. Надо выбирать хинкали? Ну давай, поделись. Нет, рассказывай ты, я плохо рассказываю. Он, ну, хотел сказать, что на хинкалях должно быть 18 складок. Да это херня. Если их нету, берете и уходите. Убегаете просто. Говоришь, все, я пошел. Только так. Ну такого не будет, мы голодные. Нам пофиг, сколько складок. Попки будешь есть? Ну, попки не буду, я их буду откладывать и считать, сколько я съел хинкали. И буду попивать винцо. Это домашнее вино, белое просто обычное. Так, Димас, это с чем? Вот эти вот с чем? Вот эти, это с грибами. Вот тут мы уже съели с миском. Дель? Вот тут с картошечкой. А вот там какие-то... Спешл. Какие-то спешл, да. Вот тут вот. Вот собачка. Раз, там две собаки. Там две собаки. Вот третья собака. Пошел пообщаться, как бы. Но они уходят почему-то. Да позови, позови. Батя пошел. Давай уже бери ее. Там какая-то лужа рядом с ней. Я думаю, она обоссалась. При виде тебя? Да, истекла. Мы ехали-ехали по пути, и тут резко просто град начал валить. Жесткий. Причем, ну, настолько жесткий, что просто машину долбит. И страшно становится. Это жесть. Как тебе путь искупления? Просто вот такая вот херня вниз, дождь идет, скользко. Мы идем. Боржоми источники. Ай! Здорово. Привет. Что, где мы? Мы сейчас находимся в горах, в серных бассейнах. Здесь вода теплая, это хорошо, но на улице сейчас 8 градусов, 7-8 градусов. Ну там, кстати, градусники есть, можно посмотреть, так. Там где часы. И сегодня пятница. 13-е. Да. Толян бежит. Я упаду, холодно, блядь. Давай залезай. Самое кайфовое вот здесь. Почему? Здесь вода теплее. Ну что, как покупались? Хорошо. Очень хорошо, очень прекрасно. А ты как? Да холодно, не могу, меня трясет. Все очень хорошо. Мы находимся в мае. В середине мая находимся в Грузии или в конце. И что-то здесь, блин, 10 градусов, дождь идет. Не, нормально все. Источники теплые, народ купается. Ну вот там народик. Пришли, сейчас у народ подкатит.
Здесь можно набрать боржоми воды. Прямо из источника? Прямо из источника, вот прямо из земли. Вообще вода теплая. Как-то пахнет немножко так. Но надо ее остудить и пить. Итак, операция. Потекла вода? Вода течет. И это настоящая натуральная вода. Это не магазинная какая-нибудь. Остудим ее. И будет она полна минералов. Будем пить. Можно было еще, конечно. Пить будешь? Она теплая такая, да. Сразу не буду. Теплая? Ну куда? Понюхай. Пахнет, как будто бы из колодца или канавы какой-то набрали, но. Пошли. Походу сейчас будет снова. Здесь такие дороги веселые. Ну, на этом серпантине, по крайней мере. Короче, ты едешь, едешь. Самый прикол в том, что ты едешь, едешь. У тебя нормальный, более-менее асфальт. А потом его просто нет. У тебя просто нет асфальта. Ладно, если там была какая-нибудь грунтовка. Там просто какие-то булыжники, торчат камни, дыры. Это жесть. Ну, ничего, сейчас докатимся. Короче, по ГПСу смотришь, там тебе 40 километров проехать, и ты едешь, не знаю, 3 часа. 40 километров. Ой, это Грузия. Добро пожаловать. Зато пейзажи просто красота. Вот, вот, на этом месте. Просто вот такой кусок дороги посреди асфальта. Вот, БХ-39. Полетел нормально, мэр за ней полетел. Короче, мы уже будем ехать как по-грузински. Красота! Поехали. Подвеска просто живет сама по себе. Здесь какая-то жесть происходит. В этой машине все само по себе. Вот. Кайф. Но он едет, он едет. Lexus все-таки может. А, это больше не работает. У нас нет привыкалки. Oh, let me feel what you are. Мы находимся в Варде, здесь находятся различные пещеры, в
которых раньше была жизнь. Где-то производили вино, где-то пекли хлеб, где-то просто спали, отдыхали и проводили какие-то мероприятия, обряды, ритуалы. Жило, да, 2000 монахов здесь жило в свое время. Да, вот один монах, вы видите, остался по сей день. Сейчас он занимается исправительными работами, он убирает ступеньки. А так у нас каждому найдется жилье, приходите. Да, вот комнаты, смотрите сколько. На любой вкус и цвет есть комнаты, можно там, там пожить. Наверху есть, они вот везде, вся скала, короче. В этих утыканных, я не знаю, как их назвать, пещеры, комнаты, отдельные какие-то резервуары. Но выглядит это со стороны очень, скажем так, экзотично и не всегда понятно, что это такое вообще. Просто в скале какой-то город. Ну куда вы пропали? А я вас здесь жду. А что ты там в дырке тусуешься? Комнату забронировал. Здорово. Это гостиница в этих пещерах. Вот, так что подходите сюда. Я, для вас здесь место есть. Можно сюда сесть, можно сюда сесть. И подходите, а то вы там где-то в коридоре стоите. Сейчас будем, сейчас. Давайте, подходите. Короче, здесь эти пещеры, эти маленькие проемы, они не для высоких людей, здесь немножко неудобно, ладно. Пойдем. Kus sa läksid? Снимаешь или фоткаешь? Снимаю. Пацановая, подходи. Сейчас будет такой тебе. Подходи, подходи. Чего? Посмотри, что у него. Зачем? А что у него, покажи. Посмотри на него. Давай, подокидай бовки, блядь. А, нихера. Ты разбил бовки? Я чуть-чуть выходил так. Одна горит фара, вторая не горит. Не, так она и работает. Ночью вообще весело на этом Лексусе ехать. Но здесь это пофиг, здесь бывают машины, у которых морды вообще нету. Там. Здравствуйте. Ну проходите, гость дорогой. Welcome to my cribs. Короче, это наша хата в Кутаиси. Да, здесь мы живем. Это Нинос апартмент. Здесь у нас, как всегда, встречаем гостей вином домашним. Сами, да, делали. Вот. Это секретная комната, сюда заходить нельзя, это очень важное помещение. Там у нас хранятся деньги, золото. Вот. Проходим дальше. Вот, значит, что здесь у нас? Здесь у нас чилл-зона, можно отдохнуть, посидеть, почилить, воды попить. Вот. Пошли все вместе. Давай, давай. Так, идем сюда. Иди туда, блядь. Сейчас. Включай свет. Так. Это раз, свет. Смотрите. Лампочка перегорела, заменим. Вот второй. Вот так, оставь, оставь большой свет. Вот. Ну давай, рассказывай, что тут. Есть еще такой свет. Да, здесь потолок просто вот такой вот. Это высокий потолок. Шикарно, шикарно. Кухня, студия, просто столик.
У нас остров, кухня с островом. Чувствуешь себя как дома. Давай дальше. Дальше. Ну и здесь у нас кофе можно попить. Есть кофе, чай, что хотите. Вот. Дальше есть холодильник. То есть морога. Ну, а дальше там пока пусто. Ну, мы недавно заехали. Так, значит, дальше. Идем сюда. Стирка идет. Полтора часа осталось. Нравится, то есть два санузла, если что. Да, вот такое зеркало. Вот. Душ. Это как тропический дождь. Так, это одна спальня. Другая спальня. Блин, вот такая атмосфера. Вот. Тоже комфортно, кайфово. И вторая спальня. Есть вторая спальня, но тут кто-то спит. Синам Кайри. Здесь находится Кайри, отдыхает. Ага, она тут обитает в этой комнате. В мобильнике. Вот, вот зайди, посмотри. Да, но это вторая как спальня. В принципе, тоже душ. Тоже тропический дождь. Короче, умывальник, толкан, подмойка. Тут такая есть стенка. Ну и все. Вот такая хата. И все это. Димаш, за сколько? Сейчас. За сколько это все великолепие? Все это великолепие мы на несколько дней вообще сняли. На три ночи обошлось нам в 200 евро. 200 евро на три ночи. Но мы здесь вчетвером, как бы, вообще очень даже выгодно. Все здесь четенько, температуру настроил. Не крути, блядь, ты сейчас настроишь, уже и так, блядь, баня. Ладно, хорошо, давай поменьше. 18 там было. 20, 25 градусов, нормально. Ну все, нормально. А вот ты это снял, кстати? Да, давай, сейчас сниму. Расскажи, пожалуйста, что это за место силы? Здесь находятся вазочки, в них тайники. Там могут быть деньги, там может быть золото. Но мы вам не скажем, что там находится. Короче, да, вот такое вот местечко офигенное на самом деле. За эти деньги. Еще это все находится в центре города, чтобы вы понимали. В старом городе. Сейчас будем пить вино. Пейте Твищи. Хорошее вино. Вот. Пейте его, пейте. Домашнее вино. Оно тоже хорошее. На самом деле мы купили его в деревне. Это домашнее вкусное вино. Очень приятно пьется. Очень легко идет. Как компот. Всем привет! Мы, в общем, выбрались. Сейчас 4 часа. Вчера была тяжелая дорога из Вардии в Кутаиси. Мы ехали 5-6 часов. Да не, в общем, вышло больше даже. В общем, в дороге мы где-то 7 были. Но дорога была очень плохая, куча дыр. Мы ехали вечером, у нас одна фара только горит. И вообще мы дальний свет только врубили и ехали вперед. Плюс дождь. Плюс куча машин, которые ездят не по правилам. Молодец Юрас. Он нас вез, довез, молодец. И он уже как профессионал здесь в Грузии катается на машине. Профессиональный водитель. Он может уже по экскурсиям возить, брать с вас деньги, так что обращайтесь. Вот. И в итоге мы приехали сюда, в Кутаиси. Мы сейчас находимся на пути к каньону Акаце.
будет очень много красивых кадров и прекрасная природа вокруг. Мы выбрали, конечно же, путь пешочком, потому что эти ребята, которые там внизу пытаются нас подвести, они еще пытаются нас развести. Вот. И поэтому мы насладимся полностью природой и красотой этих мест. А сколько билет стоил? Билет стоил 17 лари, 25. Не знаю, какие у них копейки, центы эти. Это 17 лари, короче. Это в евро, это 6 евро. Чуть меньше 6 евро. Но это того стоит. А подвезти они нам предлагали за 60, за 50, за 70. Плюс билет, конечно же, еще надо купить. Вот этот, за 17 лари. Вот. И сейчас мы идем по парку, но скоро будем гулять по скалам, по мостикам и видеть красоту этих гор. Вот мы, наконец, в начале пути по каньону Акаци. И здесь уже красиво, а впереди ждут нас шатающиеся, болтающиеся мосты. Красивые водопады. Вон уже там внизу я вижу один водопад. И сейчас мы пойдем. Ты что с друзьями-то что делал? Димас, обосрался. Ну что, ребятки? Это... Фу! Это этот. Это короче. Разборки питерские. Фу! Не ругайтесь. Фу! Фу! Тут, значит, они делают мед, собирают. Вот тут вот у них эти домики. А вот здесь сразу же мы ехали-ехали, магазин увидели и решили зайти. Мы находимся в деревне у наших грузинских друзей. Здесь растут киви, из которых делают коньяк, водку. Точнее, не водку, чачу из киви. И собирается урожай в ноябре, в декабре где-то. Сейчас на видео будет видно, насколько маленькие эти киви. Вода какую знаешь, я там трагу. Посмотрите, какие маленькие кивики. Где? Вот. Здесь. Ага. Корея так синает кокку в ноябре, в декабре. А выглядит как будто виноград. Я первый раз вижу, кстати, как киви растет. Мы сидим, чилим в ресторане палаты, заказали себе еду, винишко, приятный вечер с друзьями, и мы здесь отдыхаем. Нам хорошо. А что находится за тобой и вот сбоку?
Здесь есть разные валюта, разная валюта. Вот, например, дирхамы. Тут, в общем, очень много всяких разных. Тут мексиканские, песо. И, конечно же, различные бумажки, на которых люди оставляют свои отзывы. Может быть, даже и желания. Вот. Здесь очень красиво. И это на самом деле очень много наград получило это место. Я посмотрел по TripAdvisor, еще какие-то награды отдельные, типа лучшие повара, лучшие там еще что-то, лучшие 2020 год, 2021, 2019, 2018. Я тут посмотрел, тут надписи 2018, 2016 года. Ну там есть еще и пассаж. Новый день. Новое мы находимся на Мартвильском каньоне. Сейчас наденем жилеты и сядем в лодку. И поплывем по течению. Куда нас вода приведет, туда и приведет. Что тут по билетикам, по сервису? 17 лари билет и 15 евро. Ой, 15 лари за аренду этой самой лодки. И лодку, скорее всего, мы сядем четвером. Но лодка на 6 человек вообще, по сути. Сейчас посмотрим. Есть больше. Но здесь надеюсь, вот везде вот так вот. Надеюсь, договоримся сейчас. Привет. 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 Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night. All I made is need a place to hide, but I can't find one near what I feel. Ну, здравствуй! Это плавун! Шлепка, короче, я сейчас с одной шлепкой стою, не догнал, она уплыла по течению туда вниз, потом поедем, может, выловим. Блин, я просто, вот знаете, как это произошло, я вошел туда с двумя шлепками, одна шлепка начала сниматься, я дошел до туда, до водопада, шлепка начала сниматься, я схватил другим двумя ногами эту шлепку, держал, чуть-чуть проплыл, и у меня вторая, я уже все практически нормально, уже почти вытащил две шлепки, потом раз, вторая выплывает, и я уже не успел за ней угнаться, короче.
сходили в пещеру прогуляться 1,5 километра вот в этих пещерах, которые вот там. Там все подсвечивается, музыка играет, гид, девушка там рассказывает всякое. Вот. Кому нравится, кому не нравится, такое, ну, интересно. Мне было интересно, допустим, пройтись, прогуляться. Сталагмиты, сталактиты, сталагнаты там всякие. И еще какие-то там, я уже не помню. Вот. Красиво. Да по мне, это чисто очень туристическое место. Слишком. Туристическое, короче, туристическое место. Они накосячили вот с этими всеми подсветками, музыками и так далее. Сразу чувствую, что это не настоящее, и где-то ты находишься, не пойми где. Да, так что подумайте сами, надо вам сюда или нет. А сколько стоит? Билет стоит 7,50 в евро. Получилось. 23 лари, да? 22-23 лари, да. Так что, ну, если хотите, приезжайте. Ну, не знаю, так себе местечко, так себе. Спорное. Получается, что это Lexus RX третьего поколения. 2000, не знаю там какого. С 9 он по 12 шел, вот. Так что это может быть вполне 10. И вот у нас там что-то висит. Короче, машина танк. Вообще. 3,5, 277 лошадей. Короче, подвески нету. Вообще ноль. Живет своей жизнью, не знаю, рейка, все остальное, все долбит, болтается. В жопе вот все висит вот так вот, короче, непонятно. Машина реально. Ну, едет, как бы, жрет, кстати, относительно. Но это просто что-то с чем-то. Зато движуха здесь веселая. Зато комфорт, смотрите, смотрите. Вот, комфорт сидит, кайфует, да? Че ты? Покажи вот этот комфорт. Что там, что там? У нас тут чуть-чуть висит все. Ну ничего страшного. Что тут еще за комфорт тебе показать? Что у тебя тут есть, расскажи нам. Ручка вот такая пиздатая. Ну вот это ты не заснимешь, наверное. Ну она интересная, да. Такая непонятная. Подлокотник. Все как стандарт. Хороший агрегат. Весь грязный, блядь. Зато везде возит, никаких проблем. Ну такой. Короче, в принципе, ехать можно. Стёбная штука, вот здесь сиденье с памятью, короче, вся херня там. О, так, что тут у нас есть? Кнопочки какие-то там, туда-сюда. Так, короче, заводим. Машина, я говорю, у нее свои звуки, она непонятно что делает. Да, вообще страшная штука эта машина. Так, что там у нас? Low washer fluid. Вот. Жрет, кстати, нормально. Не так много. Сейчас посмотрим. Вот. Я вчера ездил, было 11, короче, средний. А так вообще 13,6 выходит. Для этого объема, в принципе, нормально. Ну и вот здесь централка вот такая. Есть. Тут у нас диск с шансоном. Менюшка офигенная. Вот такая штучка такая. Короче, это пиздец. Такой рычаг, короче. Здесь подогрев охлаждения, дифференциалы, короче, ESP-шка. Ну и все. Кожа, рожа. Короче, машина побитая, вся, блин, ушатанная, но зато она едет и свою функцию выполняет. Не знаю, мы в такую жопу лазили на этой машине, но ей пофиг вообще, она просто едет. Типичная Грузия. Мы едем до Батуми, у нас типа трасса, вот трасса началась. Так что по итогу, скажу по Lexus, короче. Lexus на самом деле нормальный аппарат оказался. Он трещит, пищит по швам, разваливается, живет своей жизнью. Короче, он весь на заплатках, подвески нету просто. Тормозишь, его во все стороны швыряет. Но он едет. Удивительно, мы проехали больше 1000 километров, я не знаю, мы пол Грузии, короче, проехали на нем, где мы только не заезжали, короче, и в оффроуд, и не пойми куда, и вообще по барабану, он просто едет и нормально, жрет, правда, ну, как бы, типа, почти 300 лошадок, но едет, коробка, кстати, вот чё-чё, а коробка работает, на удивление, очень плавненько и прикольно, мне нравится. И еще одна вещь, которая мне очень сильно понравилась в Lexus, это шум. На самом деле шумоизоляция здесь вообще отменная в этом плане.
Блин, это просто жесть. Мы на федеральной трассе, типа. Просто вот такая вот дорога. И это типа трасса. И такое здесь повсеместно встречается. Плюс еще ко всему, здесь по дороге бегает. Ну, все, что бегает, короче, если у этой штуки, короче, есть ноги, и она живая, здесь она бегает, короче, по дороге. Лошади, коровы, овцы, эти, короче, козы, не знаю, свиньи, короче, собаки, кошки. Не знаю, кто. Люди, короче. Тут все бегает по дорогам, тут постоянно надо смотреть. Но поначалу стремновато. Плюс еще могу сказать такую вещь, один из нюансов. Здесь нету правил. Правила такие, короче. Кто первый, кто успел, тот и проехал. Нужен, чтобы работал сигнал, пибикалка. И дальше ты, короче, просто суешься, высовываешься и все, и погнал. Без разницы, в городе ты едешь, у тебя там две полосы, грубо говоря, или одна полоса, и там может быть четыре резко полосы, просто вот кому как захотелось, тот так и едет. Кто куда захотел, тот туда и поехал. Мы будем через какое-то время заезжать в город, подснимем и покажу, как выглядит. А, и по поводу ограничений скорости здесь тоже непонятно, короче. Нам сказали, что больше 80 лучше не стоит ехать где-то между городами. Но я и в городе еду как бы столько же, и остальные тоже. Ты можешь ехать в городе 60, рядом тебя просто на сотке обгоняют. Сказали, что в городе не останавливают. Но все время, пока я в Грузии за рулем, вот это уже больше недели, каждый день ни разу никто не остановил. Полиция постоянно везде. Они, ну, просто стоят, патрулируют, но не это. Не тормозили ни разу, короче. Мы на грузинских номерах. Поэтому я думаю, что все нормально. А так, да, машина не подвела, не подводит. Катится, мы спокойненько доехали, что было очень удивительно. Когда я первый раз увидел состояние этой машины, я подумал, ну все, это пушка, петарда, короче, развалится по пути. Мы где-нибудь встанем. У нас еще на колесе шишка. Просто всю эту дорогу шишка вот такая вот на колесе. Это жесть. Но не советую ездить ночью. Еще, вот кто будет здесь кататься, короче, не советую ездить ночью, если нету опыта вождения нормального. Потому что дороги не подсвечиваются, разметки нету, все черное, все сливается, короче, ничего не видно, непонятно, сколько ехать. У нас еще на Lexus горит только одна фара, и непонятно как, что дальний, что ближний, он одинаковый, короче. Я всю дорогу на дальнем, это жестко. Ну, очень устаешь, как бы сложно ехать. Но поэтому не стоит. Мы еще ехали ночью и в дождь. Вообще комбо. Кайф. Просто. Кайфовал. Дай бог. Это страна, чтобы проверить тебя, короче. В плане водителя. Мы добрались до Батуми. Сейчас я вам покажу то, что хотел показать по поводу движения фильма. Смотрите, вот примерно вот так это происходит. Тут непонятно, сколько рядов, что происходит, как люди едут, короче, все куда-то едут. Куда, что, я не знаю, сколько машин. Это всюду. Так. Давай. Ладно. Вот полиция. Они, кстати, ездят всегда с мигалками. Это, ну, как вот, если она в патруле, значит, мигалки должны работать. Короче, советую, да, машину повыше что-нибудь и по такую, по разбитию, что ли, постарее, чтобы, ну, не докопались потом, поэтому. Потому что дороги здесь, как бы, ну, оставляют желать лучшего, скажем так. А так классно, прикольно. Права, кстати, могу тоже подсказать. Там говорят, что нужно международные права делать, только если в том плане, если вы переезжаете сюда жить или как-то на ПМЖ, не знаю. Не нужно здесь права. Не нужно здесь права. Так, вот сюда. А вот, это наш дом. Вот этот наш дом. Вот этот наш дом. Получается. А нам надо где-то здесь машину поставить. Так. Ну ладно, будем искать место. Thank you.
Всем привет! Мы пришли на рынок в Грузии, который находится в Батуми. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь есть. Возможно, купим какие-нибудь подарочки друзьям, родственникам. Завтра их будем есть. Смотри, какая приплывает. Тут всякие... Короче, это какой-то советский аквариум, просто жесть. Вот так это все выглядит. Ну, не очень, честно говоря. Ну, ладно. Сейчас мы пойдем в дельфинарий. Соуда. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She giving hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. I could be the king, you could be the queen, and my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud, and I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. 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 Ну, зашли мы в ресторан, который находится на берегу Батуми. У меня в руках было 100 лари, осталось 22. Мы набрали на рынке разный морских всяких тварей, и нам сейчас их приготовят. Нам взяли вкусные соусы для рыбы, мы взяли дораду, взяли креветки, взяли кальмары, взяли маленьких осьминожек. Ребята тут тоже заказали, в этом ресторане тут тоже можно заказывать, тоже заказали креветки какие-то, чтобы такое тоже покушать. И сейчас нам готовят и принесут. После этого вы увидите, ну, какой стол здесь будет. Да, мы заказали еще бутылочку вина. Да, Атолури. Хорош, мы его брали за 17. Ну что, наливай?
Наливай, так наливай. Ну что ж, вот мы заказали морепродукты. А что там у тебя? У меня здесь сейчас креветки, здесь картошечка. Здесь картошечка по-мексикански. Да. Здесь у нас три соуса. Белый соус для рыбы, химали соус и ореховый соус из орехов. Здесь так. У нас дорадо, кальмары, эти самые осьминоги. Там у нас форель, креветочки, салатик у нас. Куриный. Вот. Сидим, кушаем, пьем вино, наслаждаемся. И море. Рядом всем море. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Somebody pray for me. I believe I can fly, yeah, crazy me. But at night these angels be singing to me like la 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 la. So as I lay awake at night, I drift away into the sky, and that's where I reside. Oh yeah, oh yeah. So pray that I'll be just fine. I'll see you when it's time. I'll see you when it's time. Находится за тбилисскими банями в центре Тбилиси. Здесь вы найдете дорожку деревянную, которая ведет сюда, к этому водопаду. Так чисто ради одной фотки. И все. Ну и понаслаждаться. Последний день. Надо полностью на вине быть. Вот это шучу. Вот вино. Там хинкали. Папа, хинкали. Там хинкали и вино все вместе перемешано.